Около 30 торговых точек Биробиджана присоединились к всероссийской акции «Тележка добра», которая реализуется в рамках проекта «Мы вместе» по волонтерской помощи пожилым и маломобильным гражданам в период распространения коронавирусной инфекции. Принять участие в акции и стать благотворителем может каждый. Вы можете купить продукты длительного хранения и оставить в этой тележке. Наши волонтеры их возьмут и отнесут тем людям, которые в них нуждаются, то есть по тем заявкам, которые поступили. То есть вы своим вкладом можете сделать хорошее, доброе и очень полезное дело. Акцию поддержали сети магазинов «Идеал», «Корзинка», супермаркеты «Шан» и «Пенсионер». Все оставленные в тележках или корзинах продукты будут доставлены по адресам нуждающихся, которые поступили на горячую линию акции «Мы вместе». По состоянию на 17 апреля из Еврейской автономной области поступила 91 заявка, из них отработаны 78. Ольга Тимченко, Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.